На центральной площади Сургута из-за обвала грунта образовалась огромная яма площадью около 30 квадратных метров с разливом сточных вод. Специалисты называют основную причину – газовая коррозия. Из-за длительного срока эксплуатации трубы железобетонную конструкцию разъела. С самого утра на участке работает аварийная бригада горводоканала и 7 единиц техники. Для безопасности сургутян по периметру выставили временное ограждение. Рабочие оперативно произвели откачку воды, которая заполнила яму и вылилась на поверхность. В этот коллектор поступал сток со всей восточной части города. Как говорят специалисты, на время ремонта перекрывать воду в близлежащих домах не будут. Выявлено разрушение верхнего свода трубопровода. Трубопровод диаметром 1200 миллиметров, железобетонный. Ну, вероятнее всего, произошло разрушение, связанное с газовой коррозией. После уже первичной диагностики места разлома будет более понятно, что мы предпримем в дальнейшем. Но в любом случае будет произведена реконструкция данной сети.